Юридический совет. С 2019 года в законодательстве было закреплено новое понятие «предпенсионный возраст». Присвоение гражданину статуса «предпенсионер» дает ему право на определенный перечень льгот – налоговых, социальных, трудовых и так далее. Для представления налоговых льгот предпенсионерами считаются те, кому до наступления времени страховой пенсии по старости осталось не более 5 лет. То есть это женщины в 55 и мужчины в 60. Для предоставления льгот по диспансеризации и занятости предпенсионными считается возраст в течение 5 лет до дня наступления возраста, дающего право на оформление страховой пенсии по старости, в том числе и досрочную, с учетом переходных положений. Таким образом, в 2022 году это женщины, достигшие 54 лет, и мужчины, достигшие 59 лет. Пенсионный фонд предупреждает: доверяйте только официальным источникам информации.